Так. Вставать пора уже! Первый день в школе проспит! София! София, вставай давай! Доча, доча, вставай! Вставай! Первый день в школе! Надо одеваться, а то опоздаем! Этот, портфель тебе еще собрать, форму спортивную взять, обувь сменную положить. Давай бегом, поднимайся! Хорошо, папа. Только давай побыстрее, через полчаса выходим. Переоденусь. Готово! Осталось только портфель собрать. Софийка, что ж она так долго? Доченька! Поторопись, пожалуйста, опоздаем сейчас. Да, папа, да, я уже почти готова. Так, карандаши, две тетрадки, пенал. Обязательно нужна цветная бумага и цветной картон. Так, раз, бумага, два, картон. Ну и как же без альбома для рисования? Так, полочку закрываем. Папа, папа, я готова! Папа, папа, я готова! Поехали! Подожди. А школьная форма где? Ты почему не в школьной форме? Иди скорее переодевайся, тебя так не то что в класс, в школу даже не запустят. Какая, папа, школьная форма? Мы ничего не покупали, кроме канцелярии. Как не покупали? Скорее в магазин, погнали! Давай, давай, бегом, 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 бегом! Так, доча, давай. Вот здесь мы все купим сейчас. Погнали. Надеюсь. Бегом, бегом, шевели. Так, так. Где школьная форма тут, а? Вот. О, о, давай сюда. Так, так, так. О, смотри, папа, какое платьишко. Так, подожди, так. Так, твой размер, давай берем это. О, смотри, какой счет. Тоже нормально? Да. О, на скидке, давай. Так, о, давай блузку возьмем. Смотри, какие штаны. Все, давай. Так, раз, два, три. Все, бегом в примерочную и домой. Давай. Все, берем все, погнали на кассу. Бегом, 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 шевелись, 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 все купили уже. Так, что будешь одевать? Давай, выбирай. Давай вот это. Давай, быстренько переодевайся. Сменка. Давай, быстрее, доча. Да, папа, папа, все, я быстренько. Готова. Ну как, ребята, я красивая школьница. Пойду папу звать. Папа, папа, я переоделась. Так, так, где же это София? Папа, папа, я готова. Отлично. О, другое дело, что, поехали. Папа, папа, а мне нужен еще купальник и спортивная форма. Купальник, спортивная форма? Для чего это все? Как, папа, зачем спортивная форма? У меня сегодня физкультура, и у меня сегодня еще хореография. Как хореография? Как физкультура? Че ты сразу не сказала, что у тебя это все сегодня в один день? Капец! И что делать? Что, что, что делать? Ехать в магазин снова! София, нам еще чешки надо тебе купить, а? О, папа, вот чешки! Чешки, чешки. 29. Нормально, твой размер. Не, пап, давай лучше померяем, вдруг маленькие будут. Ладно, давай померяем. Примеряй. Второй. Подходит. На второй меряй. Отлично. Все. Подходит. Все, берем. Погнали. Дальше. Папа, еще купальник нужен и спортивная форма. Да я знаю, знаю. Давай. О, смотри. Это что-то вроде этого, да? Точно, пап, такие купальники нужны. Именно с юбкой. Подожди, давай твой рост найдем. Берем и уходим. 134, юбка.
О, твой размер. Все, нет времени примерять. Бери, погнали. Ой. Так, дочь. О, спортивки висят. Че, смотри какой. Папа, он не большой. Ну вот, поменьше. Все равно, папа, он большой. Что, не видишь? Так, ладно, вот этот. Ну, папа, этот маленький. Большой, маленький. Во! Так, во, это твой размер. Он некрасивый. Красивый, некрасивый, спортивный же. Какая красота на физкультуре. Я хочу быть красивый, но точно не серый. Папа, большой. А этот мне нравится. И мой размер. Нормальный? Да. Неужели? Все? Да. Довольно? Берем, папа, этот, берем. Отлично, побежали, а то в школу опоздаем. Давай, быстрее. Бери рюкзак. Форма. Да, держи. Все, поехали. Так, школьную форму одел. Теперь осталось рюкзак собрать. Ой, сколько же в школу надо? Сколько надо? Только знаете, ребята, мне как-то страшно одной в школу идти. Ведь у меня там ни друзей, ни подруг. Совсем страшно, даже идти не хочется. О, идея! А если я Арсений позову с собой в школу? Арсений! Арсений! Мне нужна твоя помощь! Арсений, Арсений, мне нужна твоя помощь! Что у тебя там уже случилось? Ты еще в школу не пошла, у тебя уже проблемы. Арсений, я очень боюсь сама в школе. Ты сможешь пойти со мной в первый класс? Какой первый класс? Я туда не ногой. Я 6 лет отучился. И сначала все? Нет уж, я в 7 класс иду. Как же мне быть? Я боюсь идти одна. О, а может я Нику с собой возьму? Да, лучше Нику возьми, она в школе еще не была. Точно, точно! О, Ника, вот ты где! А я тебя искала! Ника, пойдешь со мной в первый класс? А то мне одной страшно идти. Ты не против? Ура, ура, ура! Ребята, представляете, я не одна пойду в школу, а с Никой! Ой, только Ника, у тебя нету школьной формы. Тебя первый класс никак не пустят. Что же делать, что же делать? Я пойду и куплю, Ника, тебе детскую школьную форму. Согласна? Да? Ну все, я побежала, жди меня. Ника, Ника, я купила тебе школьную форму. Смотри, смотри, тебе нравится? Красивая? Нравится? Сейчас оденем. Давай снимем. Ты будешь настоящей школьницей в настоящей школе. Так, Ника, до конца. Оп, и все, ты школьница. Осталось, Ника, знаешь что? Бантики тебе заплести, как у меня. Так, так, и так. Все, Ника, готово. Осталось тебе рюкзак собрать. Где-то он там был. Смотри, Ника, какие у меня есть рюкзаки. Мимимишки? Наверное, большой. Куколол? Слишком яркий для школы. О, Ника, а вот этот подходит. Давай-ка померяем. О, Ника, в самый раз. Значит, берем этот. Осталось его заполнить. Ой, только у тебя же канцелярии совсем-совсем нет. Надо, наверное, идти в магазин. Ника, Ника, вот и канцелярия твоя приехала. Смотри, обложки с линейками. Еще обложечки, дневник тебе, тетрадочки две тебе. Конечно же, линейка, которая гнется, чтобы ты ее не сломала. Вот такой вот, там сейчас еще вот точилка, ручки с маленькой, такой фломастер, карандаши и еще очень много простых ручек. Ну и последняя это стерка и пенал. Ника, надо скорее складывать все в портфель, иначе опоздаем в школу.
Вика, видишь, сколько много надо в школу нам? Ну и все. Ну все, готово. Закрываем портфель и пойдем мне как в школу.